Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Борьба со стихийными свалками и невоспитанными гражданами в Серпухове продолжается. Представители администрации, комитета по благоустройству, парламентарии, сотрудники госсадомтехнадзора и полиции регулярно проводят профилактические рейды. Как прошла операция «Свинья» на этот раз, расскажем прямо сейчас. Так удобно, наверное, да? На работу идти, раз бросили, ушли. Серпухов, микрорайон, красный текстильщик. 7 утра. Банки, бутылки, остатки еды, мусор повсюду. Около домов, вдоль дорог и тротуаров. Причина банальная. Некоторые жители не выкидывают бытовые отходы в контейнеры. Выбрасывают, где придется. Часто выбрасывают. Выбрасывают. А откуда обычно? Кто это делает? Ну, обычные люди. Обычные люди. Из частного сектора или все-таки вот эти? Со всех сторон. Со всех сторон идут. Хотя контейнерная площадка здесь рядом находится, вот буквально 50 метров, да? На стихийные свалки в администрацию стало поступать большое количество жалоб. Поэтому представители комитета по благоустройству, парламентарии, сотрудники госсанитехнадзора и полиции проводят подобные рейды регулярно, чтобы поймать нарушителей за руку. Цель одна – научить жителей выбрасывать мусор в строго отведенных для этого местах. Каждый должен донести до контейнерной площадки. Контейнерные площадки есть в шаговой доступности у нас везде. На физические лица у нас предусмотрена вот за такие правонарушения административная ответственность, и штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Хочется предупредить всех, что нужно все-таки вести себя достойно и не совершать правонарушения. А это микрорайон бумажной фабрики. Здесь тоже горы мусора. Коробки, мебель, словари и даже учебники по русскому языку. А кто выбрасывает? Ну, мне кажется, вот частный сектор. Больше некому. Здесь мусоропровод, как говорится, поэтому здесь только выбрасывают, если частный сектор. Может быть, людям удобно, как на остановку идут, или здесь, как вот кто близлежащий, они здесь выбросят. Туда им идти, может быть, не с руки. Да сейчас летом начнут, сейчас тележки, сейчас в огородах начнут убирать все. Сейчас целиком тележки им будут. Обрезка деревьев, весь мусор, все будет здесь. Улица красиво-отделочная, частный сектор. Проблема стихийных несанкционированных свалок здесь существует годами. Как жителей научить культуре? Проблема стоит остро. Были случаи несколько, там, 2 или 3 года назад, что вынесли половину дома даже сюда, с бревнами, с досками. Выносят старые телевизоры сюда, скидывают колеса, резину. Поэтому, я думаю, вот хотелось бы обратиться к жителям частного сектора, по возможности доносить мусор до мусорного контейнера. Для вывоза строительных материалов, мебели и другого крупногабаритного мусора жителям частного сектора нужно обратиться в управляющую компанию или комбинат по благоустройству. Профилактические рейды, которые направлены на борьбу с несанкционированными стихийными свалками, будут проводиться регулярно.